Почти 300 особенных детей из Атырау получили новогодние подарки от волонтеров. Праздничная елка для ребят прошла в одной из городских поликлиник. В основном это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Новогодний репортаж моей коллеги Алии Жамитовой. В 4-й поликлинике города Атырау на участке состоят почти 300 особенных детей. Диагноз у всех разный – ДЦП, синдром Дауна, аутизм. Со своей дочерью Маржан Асанказа сегодня тоже пришли на праздник вместе с остальными детьми. Спасибо за ваши добрые сердца, за то, что уделили время нам и нашим детям. Мы даже и не ожидали, что нас позовут на такую прекрасную елку. Спасибо поликлинике и волонтерам за доброту и внимание. В сборе средств для новогодних подарков детям с особыми потребностями принимали участие жители Атырауской и Мангистауской областей. По словам врачей поликлиники, они рассматривают подобные мероприятия как еще одну возможность подарить детям радость. Мы благодарны спонсорам и волонтерам, что поддержали нашу акцию сладкими подарками. Столько добрых людей помогали в этом. Сегодня очень важно не оставить без внимания наших маленьких пациентов. Детям со сложным диагнозом, которые не смогли присутствовать на празднике, сотрудники поликлиники подарки доставят домой. Лежа Митова, Канат Елеев, Атамекен Бизнес, Атырау.